Всем привет, это Fat Fart Hulk. Как мы помним, в конце Battle Report находился некий анонс программы развития канала на текущий год. Пора исполнять предвыборное обещание. Может быть, переизберут на второй срок. И мы начнем с хобби-секции для новичка. Дело в том, что развитие хоббийной части Вархаммера в российском метагейме и в российском сообществе находится на достаточно низком уровне. Где-то между плинтусом и адом. Новички, приходящие в хобби, сталкиваются с неким рядом вопросов и проблем, которые не все в силах решить сами. Как красить? Как грамотно собрать? Где и что купить для работы? Как подготовить рабочее место? Как не лениться? Все эти вопросы в той или иной степени знакомы всем, и поэтому канал Fat Fart Hulk решил помочь новичку решить их, а не залезать в тупик непокраса. Главная цель нашего раздела – не останавливаться новичку вот на этом или вот этом, а быстро дойти вот до этой стадии. Ведь это хобби дает гораздо больше отдачи, если вы будете играть красивыми моделями. И тогда их бэк и история гораздо прочнее осядут в вашем сознании. И вам даже не придется галимо подписывать их имена на подставках, вы их просто запомните. Сам я не буду скромничать, за 10 лет научился более или менее хорошо красить, на мой взгляд. И потому знаю о проблемах, с которыми сталкиваются новички, пытаясь что-нибудь сделать красиво и хорошо. И потому имею представление о том, что, где и почем. Но, как и на всех видео на этом канале, я буду вести новичка не один. Ну и даже не сам. Я пригласил помочь мне в этом стремлении в студию Liberty Monica и ее большого босса Василия. Также я пригласил Андрея Чернова под никнеймом Тайлер. Его знают как того самого парня из почивших арт-миниатюр и крутых фиг. В конце концов, именно этот человек открасил армии Жени Арсенару, которую вы видели во всех наших обзорах. Это некроны, орки, все это сделал именно он. В общем, вот такая у нас команда, которая будет поднимать отечественный хоббизм в мире Вархаммера 40 тысяч. Фэнтези не касаемся. Там все красят. Что за люди? Поехали! Привет, это Fat Fart Hulk. Всем привет! Да, и с сегодняшнего момента мы начинаем серию обучающих видео по покраске миниатюр. И не только. Не только? Нет. Нет? Пасха не за горами, да? Сначала мы рассмотрим такой немаловажный момент, как подготовка рабочего места. Также мы коснемся подготовки моделей к покраске, их зачистки и сборки. Да, следующим вопросом мы рассмотрим грунтовку. Потом покраску миниатюр. Следом будет ее отмывка от вашего говнища. И мы назовем адреса, где вам отлично покрасят миниатюры за небольшие деньги. Точно. Также мы рассмотрим покраску миниатюр по фракциям. Расскажем некие секреты, некие особенности. Пригласим того чувака из ГВ, который снимается в роликах. Он очень клевый. Ну да, согласен. Да. Если будет много лайков, репостов, будет очень скоро. Если Иван не обманул вас. Все, пока. Всем пока. Вот такой вот мини-анонс. Самое приятное — это осознавать, каких ты клевых и ответственных людей пригласил для своего подкаста. Вася, покорми свинью сиськи. Профессионал. А это самое, он внутри. Его не видно, это нормально. Он говорит, внутри, оно внутри. Мастеров своего дела. Корми, корми. Нет, вот этого не надо. Не надо? А это как я свинью кормил, тоже заснял? Да, все снимает. Фу ты, блядь. Это же потом будут, типа, вырезанные сцены. Да-да-да. Здравствуйте. На канале Fat Fart Hulk стал... Блять, заново. Лошара. Че лоша? Ты кого ему гонишь? Вперед! Здравствуйте, на канале Fat Fart Hulk стартует серия... Блять. Нет, ты должен был... Ты должен был сказать, привет, я Василий. А, привет, а это типа канал Fat Fart Hulk. Давай еще раз, поехали. А, привет, я Василий. И с этого момента на канале Fat Fart Hulk стартует... Заново, блять, наркомания. А, извините. Алло. Нажимай. Привет, меня зовут Василий. Я Тайлер. Чего она еще хочет? Привет, все. В первой серии мы рассмотрим немаловажный момент, как обустроить свое рабочее место. Потом мы коснемся момента,
как подготовить миниатюру к грунтовке, грунтование. Чего? Я расслабляюсь так, не обращу внимания. А я также расслабляюсь, и что? Быстрее. Чуть побыстрее? Да. Блять, сейчас. Дэки. Давай. Я буду тебе подсказывать. Мы научим вас. А, да, очень да, круто. Да. Собирайте. Здравствуйте, меня зовут Василий Базилевс. Я Андрей. Ну а чё ты? Я думал, ты лось скажешь. Еще раз. Что? Я лось? Во все тяжкие. А чё, кстати, классная штука. Руна такой, давайте я типа раз перерезал Васе горло. И всех. Миллион просмотров на первый раз. Как нарисовать такого дредноута за 5 минут? Да никак. Не заходи! Везде начинается. Нет! Да я знаю. Ну заходи, да, давай. Ладно. Боже. И, возможно, еще по фракциям пройдемся. Вряд ли.